Всем добрый день. Здравствуйте. Что-то мне все писали, все спрашивали про хосты. Убираю я листья на зиму? Не убираю. Никогда не убирала. В этом году что-то я задумалась, так думаю, что не убрать, чтобы весной не убирать. Попробую. В этом году решила я попробовать. Вот, начала убирать все листья. Но я присыпаю... У меня вот облетела ива листьями. Сгребаю граблями с дорожек, сметаю и вот так вот засыпаю. Где листья убрала. Попробую в этом году. Ну, все я, конечно, не сделаю. Туда дальше не пойду. Здесь вот с краю попробую один год. Потом расскажу результат. Как это все весной проснется. Я считала, что это вообще укрытие как бы хостом все равно. Свои листья. Ну, не знаю, попробую. Здесь вот, которые убираются, и листья я не обрезаю, потому что, чтобы обрезать, это нужно обрабатывать каждый раз нож, чтобы не занести, мало ли, какую-то инфекцию. Я боюсь вот этого вируса. Есть же на хостах, что не видно бывает. Ну, у меня вроде нету его, но все равно... Боюсь, как бы я только обрываю, которые дергаются, листья. Так вот пробую. Сильно боюсь дергать, чтобы не выдернуть с корнем. А которые сами дергаются, те выдернула. Вот. Вот такая у меня красивая желтокорая ива. Стоит еще вся зеленая просто. Обычная уже вся облетела, а это еще зелененькая вся красавица.